С 18 по 23 января в Чите проходил 4-й тур предварительного этапа высшей лиги Б чемпионата России по волейболу среди женщин, в котором приняли участие команды из Читы, Владивостока, Хабаровска, Улан-Удэ и Красноярска. В заключительном матче сошлись команда из Красноярска «Юность-2» и читинская команда «Забайкалка». Огромная страсть и азарт царили на поле. Девушки показали высокий уровень профессионализма в своей игре. Все трибуны были заняты болельщиками всех возрастов, среди которых мы нашли фанатов не только читинской команды, но и поклонников женской сборной из Красноярска. Честно, болею за Красноярск. А почему? Там девушка моя. За что любишь волейбол? Вообще за красоту. Какая здесь красота? Номер 7. Море эмоций, слаженный командный дух, сильные подачи, крики болельщиков с трибун. Одним словом, яркая профессиональная борьба двух женских команд закончилась на этот раз победой красноярских девушек. Но не стоит отчаиваться, так как читинская команда уже заняла первое место по итогам 4-го тура, одержав 3 победы над командами из Хабаровска, Владивостока и Улан-Удэ. Места распределились после этих игр следующим образом. Чита на первом месте осталась, на втором месте остался Юность Красноярск и Приморье третье место заняли. Желаем нашим девушкам успехов в тренировках и много красивых побед.